Всем привет, ребятки. Вот, наконец, добрался я до записи видосика. Это у нас, значит, была война выходного дня. Дали нам мистическую нацию в противничке. Ну и вот смотрим мы, какие они нам составы тут выкатили. Снова кукульканы, снова каны всякие разные. Ну, в принципе, все-таки можно с ними побороться, можно с ними поиграть, пободаться. Чем мы, собственно, и будем заниматься. Война 30 на 30 с усилением атаки. Ну и давайте смотреть, поехали, что из этого всего дела получится. Первый тапочек. Идем на Бабу-Ягу. Берем желтую убойную пачку, скадим. И мохнатыча, если что, защищаться от Канны, от Дебучка. Ну и сходу тут все прям замечательно получается. Можно собрать вот так вот желтеньких четверочку. И можно собрать трешку желтых вместе с зеленым кристаллом. И тогда все мои зарядятся. Все зарядились, кроме одной собаки моей. Ну, да ладно, да ладно, значит, Канну мы заблокируем от греха подальше. На скаде вот таким вот образом. Теперь лупанем джитосиком. Джитосиком лупанули. И теперь в дебучка запустим одну собаку свою. Отлично, Канна отвалилась. Можно вот так вот трешку желтых. Дебучок отвалился, отлично. И мои все желтые опять зарядились. Это просто прекрасно, замечательно. Снова проходимся житосиком. Ну и я думаю, что сейчас две собаки, они просто все это дело тут разберут. Махвали даже, собственно говоря, ни разу и это не того самого. Ну что ж, первый такой прям шотик получился довольно-таки быстрый. Камни дали в достаточном количестве, и поэтому все получилось заргут. Ну а теперь идем на Black Mamba. Берем вот такую синюю пачечку теперь с Канной, с Хепликом. И пойдем смотреть, что получится теперь у нас на втором тапочке на нашем. Полетели. Так, и чего мы тут имеем? Ну, сразу 6 фиолов под Хеприка мы имеем. Давай тогда мы это и соберем, собственно говоря. Трешку собрали и трешку в Канну. Ага, конечно, что-то там полетело. Так, ну и Канну мы блокируем, естественно. Так, заблокировали. И давай в нее будем кидать. Как бы, а чё бы нет, как бы мы моем практикуем, как бы ищем синие камушки, которые нам очень нужны. Давай сделаем вот так. Канну зарядим еще раз, она практически отвалилась уже. Ну и вот так вот синими мы ее доберем. Угу. И вот еще трешка синих под Джуангсин вышла. Собственно говоря, мы их и собираем. Отлично, отлично. Отлично. Ну, ультануло вот этого овца зеленые. И как-то заблокировала она моего барабанщика. Ну ладно, давай мы ей занесем ответочку. Вот так вот снимем щиты латески. И попробуем заблокировать Канной. Отлично, отлично. Фланг заблокировали. Это хорошо. Так, ну давай тогда вот сюда мы будем пока кидать. Отлично, синие еще вышли. Джуансин мы туда отправили отдыхать, собственно говоря. Давай заряжаем своего хила, потому что что-то мои синие пацаны уже это готовы отправиться на тот свет. Мы этого не допустим, естественно. Ну, конечно. Так, собираем синих. Отлично, зарядились еще раз. Словили дебаф от Канны, но он нам не страшен. Как бы барабанщиком мы это все дело сняли с себя. Теперь стихичку. И Канной туда же закидываем в пазика и в латеску. Пазика отлично мы забрали.
И у нас еще есть хеприк. Давай заблокируем вот эту вот зеленую бобень. Ну и тут можно уже взрывать все к чертям. Пытаться найти еще или фиолетовых, или синих, чтобы зарядить кого-нибудь из ударников. Вот кеприка мы, да, зарядили. Ходок горизонт. Чудесно. Прекрасно, прекрасно. Так, ладно, давай тогда мы разберемся с динозавром, с этим, с розовым. Вот таким вот образом. И Канны сейчас лупанем. Блять, опять она крутится, вертится, а? Ну ничего, ничего. Сейчас мы доберемся до нее вот таким вот образом. Ну и все. Это получился второй шотик. Чудесненько. И прекрасненько. Так. Так. 47 очевочков нам дали. Ну ладно, погнали дальше. Погнали дальше. Берем следующего соперника. Берем тапок с кульком. И пойдем смотреть, насколько он будет эффективным в этот раз. В прошлой войне он это немножко меня подвел. Как бы там был такой нормальный он срат. Или не на прошлый, не помню. Ну, короче, там тоже всрал я этот тапок. Так, ну давай, мы будем собирать здесь. Значит, надо собрать зеленых. И надо собрать хотя бы одного хила, чтобы под бафом Энгуса, как бы кулек, он так нормально лупанул. Зеленых мы зарядили. Так, это хорошо. Но теперь нам надо зарядить как-то сине-желто-фиолетовых. А это пока не представляется возможным. Давай вот так вот синих. Синих вот так вот. Ага, латыса. Тут опять т-т-т-т-т-т-т. Так. Так. И ультует сейчас вот этот гребаный зеленый индеец, этот с дудкой своей бесячей. И он, я так думаю, что сейчас будет мне обсирать просто всю мою прекрасную малину. Ага, отлично. Косям бы вообще просто прикончили. Замечательно. Так, ну давай ультанем в центр, ультанем зелеными, зарядили свою селедку, давай ультуем ей, заодно и подлечимся, блядь, и пазика мы не забрали. Не хватило урона. Пазик остался с 31 очком жизни, да, и его никак не добрать. Пум-пурум-пум-пум. Как бы если закинуть сейчас в седну. Седну закинуть, блядь, но полетела комбо. Полетела комбо. И этот хрен сейчас опять что-нибудь насрет. Насрал, да? Замечательно. Забрал еще одного хила. Вот козел-то, а. Так, давай в седну мы лупанем ококом. И лупанем, наверное, также и кульком. Пазика мы заберем. Пазика мы заберем. Так. Ну и нам надо как-то это искать синие камни, а их совсем мало. Мало совсем. Ангербода убилась об контратаку. Контратаку, да? Так. Ну, Энгус-то заряжен. Это, конечно, хорошо. Ну давай будем селедку бить. Селедку будем бить, пытаться. Вот синие вроде какие-то вылезли, но кулек там уже вообще при смерти. Даже если мы и соберем свою эту селедку, то как бы урона то он практически там и не нанесет ни хрена. Ну а тут и тем более она еще и вылечилась. Да, ну тут, короче, уже и собственно ловить-то уже и нечего. Как бы один макок с кульком, они ничего не сделают. Да, вот этот гребаный зеленый козел дудящий, он просто по одному забрал всех моих хилов.
Ну и как бы приговорил мою команду к поражению. Да, неприятно. Неприятно. Такой тапок довольно-таки мощный, казалось бы, на первый взгляд, но он уже который раз подводит. Подводит не на самом сильном, скажем так, сопернике. Ну, что делать, что делать? Пойдем дальше. Вот мы продолжаем. Следующий тапочек. Идем снова на Кануна Дебучка. Мы берем вот такую вот команду. Скажем так, нестандартная команда. Два зеленых ударника. Два хила и хетрик. Ну, тут зеленых камней, конечно, насыпали просто от души. И теперь надо как-то их так грамотно собрать. Дружненько, чтобы это все дело не похерить. Не похерить. Прекрасно полетела комбо. Да, но зеленые-то вот подканы есть, но она меня сейчас заблокирует, да? Так, и заблокировала она меня. Но, наверное, нам надо все-таки Кана убивать в любом случае. И пытаться зарядить своего Дандолыча. Как нам это лучше сделать? Или сразу сдвинуть зеленых, или вот так вот взорвать кристалл. Сейчас чего-нибудь еще выйдет. Дандолыч мы зарядили. Но зарядили и дебучка. Дебучок отлично ударил куда надо. Дандолычем все это дело перекидываем. Прекрасно, прекрасно. Заблокировался весь левый фланг. Заблокировался дебучок. Отлично. Зарядились мои зеленые ударники. Ну и давай мы будем этого дудящего пидораса убивать. Все. Так, с одним разобрались. И теперь под критом в Дживанхсин там нормально так влетело. Хотя, да, и зеленые камушки по красному не сильно лупят. Но получилось довольно-таки хорошо. Под Станисом получилось хорошо. Ну и барошкой мы забираем клоуна, дозаряжаем своего Станиса, заряжаем еще раз барошку и забираем Пазузика теперь. Ну что ж, неплохо зашло, камни насыпали тут вообще от души, ну и получился такой быстрый шот, в принципе, нормально зашло. Хорошо. Теперь идем вот сюда. Сегодня мы прям так получилось, что бьем только кан практически. Ну, что делать-то? Что делать? Кого-то надо бить. Ну и пойдем вот сюда. Как бы есть тут защита от кана, это Один или Мохнатыч. Но как бы ни того, ни другого зарядить, я так чувствую, я не смогу. Не смогу. Или вот сейчас вот красных вот так вот. Но комбо, блядь, опять полетело. И как бы то, что зарядился Махабали, это, конечно, замечательно и здорово, но заблокированы мои желтые ребятки. А это не очень есть гуд. Не очень есть гуд. Сейчас она, конечно, ударит, но это уже не так страшно. Страшно то, что сейчас будет откисать мой Один. Мой Один будет откисать. Экана опять еще раз бьет. Бьет автолик. Одина моего, да, приговорил. А там уже заряжен Хионис. Там уже заряжена Латеска. Ну и тут, блядь, все сорвалось. Все нахер полетело. Бла-бла-бла. Короче, поле вообще все улетело. Ну и сейчас я буду огребать очень здорово. Латеска, Кана. Кана забрала. Этот сейчас хрен тоже забрал. И остались у меня одни хилы. Прекрасно, прекрасно. Так, что делать? Ну, давай попробуем в кану вот так вот, что ли, закинуть. Центр забрали. Ну, уже что-то, уже хотя бы не ноль. Хабали отвалился. Ну, и тут я уже так думаю, что одна Морриган, она тут, конечно, ничего не сделает.
Ничего, ничего, давай вот так вот, вот так вот. Толян немножко еще нанесем урон, и он, собственно говоря, Морриган и да, того самого. Все, это разбив. Разбив довольно-таки быстро. Огреб я. Да, в том тапочке довольно-таки быстро победил, а в этом тапочке довольно-таки быстро огреб. Вот она, карма в действии. Все как бы циклично в нашей жизни. Ну и погнали. Погнали, последний тап. Идем на Кульков. Идем на Кульков. Довольно-таки жирная команда с Макоком, Тезка и Дживанксин. Ну и берем сюда практически моно. 4-1. 4 желтых персонажа. Давай посмотрим, чего из этого у нас получится. Получится ли. Так, ну, вроде, что тут у нас? Вроде какой-то камень есть. Вроде есть и синий, и зеленый, да. Зарядите Ньорда, это тоже, конечно, хорошо. Даст тонну баф к атаке, защитку там от тычков все-таки какую-никакую даст. Но нам надо собрать зеленых. Зеленых собрать. Давай попробуем, можно запустить комбо, вот такое вот. Вот такое вот. Так, и еще трешку зеленых мы под теску подогнали. Или можно собрать вот желтый с фиолетовым, еще сдвинуть, и тогда синий бы опустили. Да, блять, 1 хп. А чё так? А тёзка чё не сдохла? Ноль. Ноль жизни, и она стоит на поле. А чё такое? А как так? Давай вот так. А, ну понятно, глюк. Глюк отображения. Ладно, тезку мы забрали. Давай это подлечимся. Бафнем себе атаку. Бафнем защиту. Ультует Макок. Ну, смотри, через защиту все равно на 600 рампанул. Ну и теперь немножко я тут опять косинул. Женя, прости меня. Надо было сначала лупануть Артек, конечно, срезать броню. Потом пройтись Прометеем, пройтись весной. Ну, блядь, опять я, короче, это того самого завтыкал. Все сделал неправильно. Но вот таким вот образом мы забрали правый фланг, мы забрали Дживансинг, забрали Кулька одного. Ну и уже как бы Макок с ящерицей в одиночестве остались. И они уже не так страшны на самом деле. На самом деле уже запахло победкой. Так вот, Макока мы забрали с камней. Хорошо. Ну и тут уже как бы в Кулька уже можно кидать все, что угодно. Он уже один ничего не сделает. Ну и все, все мои зарядились. Ну и тут просто мы бах-бах-бах ультуем. Ультуем в ящерицу. Чуть-чуть не добили. Ну, так вот Прометей его забирает. Хорошо. Получилось. Зашло. Это не может не радовать. Итак. Четвертый шот получился. И два разбива у меня. Ну, такая вот войнушка. С довольно-таки очень серьезными соперниками. Мистическая нация, она, да, хороша, конечно. Ну и вот, ребяточки, результат этой войны. Всрали мы 500 очков. 500 очков всрали. Обидненько, конечно. Да, ну вот такие вот результаты показали ребята с обеих сторон. У кого-то зашло, у кого-то не получилось вообще ничего. Ну, это, как обычно, стандартная такая история. Ну, а на этом, ребятки, все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.